Вы слышали, что жены говорили, что шахтеры берут кредиты, чтобы заплатить за то, чтобы трудоустроиться на работу, и что эти схемы якобы придумал именно Басин. Будете ли вы как-то разбираться, будет ли правительство настаивать на том, чтобы Антикор проводил какие-то проверки и выявлять, кто действительно заставлял шахтеров брать кредиты и заставлял их, чтобы устроиться на работу? Инспекция труда уже вошла в правительственную комиссию, и она, значит, обязательно в порядке проведет эту работу. Но, значит, насчет Басина я не могу это сказать. А, наверное, скорее всего, после проверки это будет уже выявлено. Спасибо. Спасибо, Тамара. Все.